В Восточно-Казахстанской области в этом году зарегистрировано 492 пожара. Более чем половина из них произошли в жилом секторе. С началом отопительного сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО усилил работу, направленную на предупреждение пожаров в домах с печным отоплением. О пожарной безопасности в период отопительного сезона рассказали в ходе брифинга специалисты. Более 52 тысяч подворовых обходов провели сотрудники ДЧС ВКО. В результате разъяснительной работы с владельцами домов устранено на месте свыше 13 тысяч нарушений. На территории области 3101 дом, где проживают представители социально уязвимых слоев населения. В рамках месячника пожарной безопасности нуждающимся семьям сотрудники ДЧС оказали помощь в очистке дымоходов, устранении трещин и щелей в печном оборудовании, установке притопочного листа. На данный момент у нас сейчас показатель гибели людей при пожарах, если говорить про пожары в жилом секторе, на территории частного жилого сектора идет снижение, замечается снижение на 20%. Сейчас у нас погибло в результате пожаров по Восточно-Казахстанской области 19 человек. За аналогичный период прошлого года у нас было 24 человека. И что печально, если считать с 1 октября, то у нас уже есть первый случай погибшего человека. В домах, где проживают социально уязвимые семьи, специалисты ДЧС также устанавливают датчики угарного газа. За последние годы это позволило спасти 42 человека. С 15 октября начат второй этап подворового обхода среди социально уязвимых граждан с участием местных исполнительных органов, специалистов соцзащиты, образования и полицейских. Особый акцент мы уделяем социально уязвимым слоям населения. Каждый отопительный период этот список у нас варьируется, он меняется. Добавляются, возможно, новые адресаты, кто-то убавляется. То есть это люди, которые получают адресную социальную помощь. На сегодняшний отопительный период, ну скажем, вот 24-25, у нас есть этот список. В этот список входит 3101 дом. В настоящее время мы прошли первый этап подворового обхода, то есть все дома 100% охвачены. В каждый дом мы зашли, провели рекомендательную беседу. И в результате этого, значит, из 3101 дома у нас 1379 домов, где выявлено нарушение требований пожарной безопасности. Но они различного характера, это связано с электропроводкой, с печным устройством и другие нарушения. Чтобы встретить зимний период безопасно, в ДЧС ВКО рекомендуют прежде всего очистить от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем. Специалисты напоминают, что не допускается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям. Размещать подготовленное для сжигания топлива и другие горючие вещества и материалы на притопочном листе, применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.